Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую и тех, кто уже какое-то время заходит постоянно в мою творческую мастерскую. И, конечно же, очень рада приветствовать тех, кто присоединился к нашему творческому кругу. Я продолжаю мою этноисторию. И сегодня хочу вам предложить сделать от жилетки рукава, от той жилетки, которую мы уже с вами сделали. И хочу продолжить этот мой эксперимент с 3D-шаблонами. Так вот, рукав в 3D-формате, я считаю, что он должен просто получиться гораздо шикарнее, чем рукав на плоском шаблоне. Я говорила, что гораздо проще сделать жилетку и потом пришить рукава и получить таким образом цельное изделие. И будет посадка очень красивая, ничего не будет ни тянуть, ни сжиматься. Все будет заложено на этапе проектирования. Предлагаю вам этот мастер-класс по созданию шаблона для 3D-рукава, и потом мы вместе с вами сваляем этот 3D-рукав для нашей этно-жилетки. Вы можете их просто пришить, например, таким стежком, который легко будет просто потом удалить, и ваш джемпер вернуть в состояние жилетки. И потом опять легко это все пришить, эти рукава, и сделать джемпер. Если вы этого захотите, конечно, я вам предлагаю это как вариант, потому что изделие, оно красиво смотрится и в виде жилетки, и в виде жакета. А теперь я вам желаю удачи, и я вам желаю хороших результатов. Сейчас попробую объяснить, как делать рукав. Для тех, кто не знает, с чего начать, как строится обычный рукав. Немножечко здесь надо разобраться в некоторых моментах. Смотрите, например, вот в швейном изделии жилеточка, обычная жилеточка. Вот она такая. Вот у нее пройма спереди, вот у нее пройма сзади. Как мы строим рукав? Вот идет плечо, оно под наклоном, мы продолжаем этот рукавчик. И где-то в районе линии талии он заканчивается. И вот тут вот рукавчик повторяет формы проймы только с обратной стороны. И когда его вот развернуть вот в таком направлении, то получается, что он вот точно совпадает с проймой, повторяет все эти рельефы проймы. И если нам надо, например, сделать рукавчик в виде фонарика, то мы уже делаем с этим вот какими-то манипуляции, с вот этим пространством, мы его расширяем, мы его поднимаем. Каким образом мы поднимаем? Мы вот здесь вот на уровне плеча проводим вот такую линию, где у нас рукавчик должен не уходить вверх, да, а вот уже идти по линии, которая перпендикулярна линии плеча, чтобы, ну, например, если мы будем вот здесь делать сборочку рукава, вот так вот, то чтобы не было лишней ткани, которая вот здесь непонятно куда уйдет. Ну, в общем, вот мы строим вот так вот рукав. Если нам надо расширить рукав где-то здесь, мы можем сделать на патроне разрезики, потом расширить его, потом вставочки сюда поделать. Некоторые скотчем пользуются, там расширяют, потом на плоскости, например, вот они разрезали, да, вот так вот его поделали, а потом взяли и повторили вот эти вот рельефы, и вот получился уже рукав вот такой, а не простой, обычный. И тогда делается, ну вот форма рукава повторяется, и у нас получается уже другой формы рукав. Таким образом мы моделируем рукав. Это то, что касается швейного изделия. Я сразу прошу меня извинить за какие-то там неточности и, может быть, какие-то термины и так далее. Это мой метод, который я использую как человек, который не имеющий отношения к швейному рукоделию, но пользуется
тем не менее, вот наработками, которые уже мне доступны. Это вот то, чем я уже пользуюсь, да, когда я моделирую в швейном, например, изделии, я моделирую вот таким вот образом. Как же поступать в изделии из войлока, которое дает усадку при валянии, и причем дает усадку неравномерно? Например, вот в районе вот здесь вот рукава, вот проймы, не дает усадку, а в районе плеча дает усадку. И тогда, когда мы моделируем изделие, например, из войлока, мы должны это учитывать. Вот здесь, когда мы моделируем, мы оставляем пройму такую, как в швейном изделии. А вот плечо, когда мы моделируем, мы увеличиваем. И наклон увеличиваем, и длину увеличиваем. И в моем случае я всегда добавляю плюс 45%, столько процентов дает усадку шерсть, с которой я работаю. А работаю я с австралийским мериносом 18-19 микрон. Итак, я должна учитывать, что вот это вот дает усадку, а вот это не дает усадку. И тогда, когда я моделирую рукав, я сталкиваюсь с тем, что у меня здесь есть то же самое неравномерность усадки шерсти. Вот тут вот будет давать усадку, а вот здесь не будет давать усадку. Поэтому я должна все это просчитать. Те величины, которые просто 45% дадут усадку, мне просто высчитать. Да, я вот добавила ко всему моему рукаву, я добавила вот 45% на полуобхват рукава, 45% на высоту рукава, 45% здесь, здесь, вот не дает здесь усадки, я ничего не добавляю. Но потом посмотрите, что получится. Что мне с вот этим вот делать? Вот тут вот у меня величина, вот по моим меркам, если я, допустим, хочу, чтобы у меня было внизу в нормальном размере 11 полуобхват, 11 сантиметров, то плюс 45% у меня получается 16,5. Вот я здесь поставила 16,5. Вот здесь у меня 25 пройма. Вот я делаю, допустим, 25. И когда я соединю это все, что за рукав у меня получится? Естественно, это получится что-то ненормальное, которое на руку не налезет. И тогда я должна сделать таким образом мой шаблон, чтобы у меня таки получилось. И вот смотрите, я, допустим, прорисовываю вот это вот, так как в швейном изделии, такой же формы, повторяю, только в зеркальном изображении. А потом отсюда, ну вот я провожу здесь линию, которую я вот проводила и здесь, да, перпендикулярную линии рукава. Вот я ее провела, линию перпендикулярную линии рукава. И поскольку вот плечо у меня дает усадку, я и должна заложить вот этот размер, который с учетом уже усадки должен у меня быть, чтобы когда у меня все сядет, чтобы это соответствовало вот размеру, которая, ну, в данном случае здесь усаживается, и здесь тоже у меня усаживается. Оно уже здесь немножечко по-другому себя ведет. Смотрите, здесь вот шерсть, которая будет стягиваться, и поэтому здесь тоже будет стягиваться. Я вот даю вот тут вот запас на усадку, поэтому я добавила вот сюда, в этом направлении. Ну, в моем случае я добавила там по плюс 10 сантиметров. Это уже в реальном размере, вот на шаблоне это будет у меня плюс 10 сантиметров с одной стороны. И тогда, когда я же его в половинном варианте рисую, и тогда у меня с этой стороны получается добавка, и с обратной стороны добавка. И тогда, когда я соединю вот эти вот точки, вот я провела по вот этой вот перпендикулярной линии плеча, провела прямую линию и расширила плечо на рукаве, вот плюс 10 сантиметров сюда добавила. И получается, что когда я разверну этот рукав и буду закладывать шерстью с той стороны, то у меня добавится еще плюс 10 сантиметров с той стороны. Вот такой формы рукав я рисую.
Здесь вот как мне его, например, нарисовать. Вот я провожу линию талии и нижнюю точку, вот нижнюю точку рукава, я вот соприкасаю с линией талии. Это я так делаю. Может быть, это неправильно, я не знаю, но я так делаю, и меня это устраивает. У меня получается изделие. И вот от этой точки я уже считаю ширину рукава. В половинном измерении, естественно, на шаблоне это плюс 45%. И, конечно же, вот у меня рукав, когда я руку, допустим, я руку протяну, и у меня запястье будет на линии талии, вот у меня запястье, допустим, да? Не запястье, а ладонь, пальцы, да, на линии талии, то получается, что вот у меня вот тут не вот так вот будет рукав идти, а вот так вот. Ну, вы же понимаете, да? Теперь дальше. Чтобы мне получить этот рукав в 3D формате с расширением в зоне вот тут вот, где я буду делать фонарик, я же буду делать фонарик. И тогда в таком случае я нахожу вот эту вот точку, где у меня будет заканчиваться этот фонарик. Расширение, да? Вот я ее нашла. Я так решила. И тут на рукаве, допустим, я себе примерно так в воображении провожу вот эту вот линию. Вот это вот у меня будет фонарик. Теперь, чтобы он гармонично смотрелся, мне нужно рассчитать, каким образом я буду вставочки эти делать у меня на фонарике. 3D вставочки. Я хочу опять же объяснить для шьющих, да, вот то, что я тут говорила вот об этом. Вот я здесь, где у нас тут разрезы мы делаем, да, потом мы расширяем и рисуем новый в плоскости уже, ну, допустим, на этом шаблоне для швейного изделия, вот получается рукав вот такой, если мы его развернем. В валяльном изделии я предлагаю не такой вот шаблон, хотя, наверное, такой тоже можно сделать. Но это будет вот такой вот шаблон, а потом мы его должны будем свернуть и вот здесь вот соединить. Такой тоже можно. Но я предлагаю сделать вот на таком шаблоне в 3D формате. Смотрите, вот я повторила форму вот этого вот рукава. Я его повторила. Вот я его нарисовала. Теперь я что делаю? Из подмышки, вот здесь, вот где у нас пройма, я провожу прямую линию туда, где у меня будет заканчиваться вот этот вот фонарик. Я вот провожу такую бисектрису. Потом я распределяю, где у меня будут вот эти вот вставочки. Я хочу, чтобы у меня вставочки были не по центру вот здесь, а чуть, ну, по бокам. Вот если вот здесь вот центр, то у меня вставочки, ну, вот смотрите, вот у меня в развернутом виде нарисован этот рукав. Вот она, вот эта линия. Вот. Вот здесь у меня будет заканчиваться этот вот фонарик. И вот здесь вот центр рукава. Вот он, центр рукава. Я хочу, чтобы у меня вставочки были вот так вот, расходились, да? Расширение было равномерно в разные стороны. Вот сюда две вставочки я сделаю, и в другом направлении две вставочки. Вот это вот спереди, видите, да, у меня тут побольше пройма. А вот это вот сзади. Как мне сделать это, чтобы получилось в пространстве? Вот я провела вот эту бисектрису, да, на вот этом вот шаблоне, ну, уже увеличенном на 45%. Я провела эту бисектрису, я отметила вот эти вот точки, как я рассчитала, поделила, ну, вот я нашла вот эту точку, где у меня будет начинаться расширение. Вот у меня начинается зона подмышки, потом здесь начинается уже подъем. Вот тут вот начинается уже плечевая часть, плечико начинает округляться. Вот с этого места я и буду делать вот эти вставочки, расширение фонарика. Вот я наметила себе здесь. И потом равномерно вот это все пространство, вот это все пространство, я должна распределить на равномерные части. Вот одна, вторая, третья часть. Получается, у меня 3 равномерных таких должно быть зоны. Я хочу еще вот эти вот 3 равномерные зоны задекорировать. Вот я хочу, чтобы у меня декор был вот здесь вот. Вот здесь вот декор.
вот здесь и вот здесь. Мне нужно это равномерно задекорировать, да, чтобы это все красиво смотрелось. Потом я хочу еще здесь провести вот такие вот линии из ниточек. Вот по две такие полосочки, да, которые будут у меня это подчеркивать, этот декор. Вот так вот. И здесь я должна это все учесть. Вот чтобы у меня получилось вот это, смотрите, у меня вот это вот центр, значит, вот шаблон у меня нарисован вот в половинном его виде, да, вот он у меня будет такой, в плоскости, вот так вот он будет, да, то есть вот эта вот часть, вот она здесь, это центр, и у меня получается декор прям попадает на вот этот вот центр, поэтому вот эту часть я должна рассчитать так, чтобы одна часть ее переходила вот в эту сторону, а вот эта часть уже с, ну, с той стороны, которую здесь вот не видно. Вот получается, я должна вот эту часть, получается, поделить пополам и заложить ее здесь. Вот я заложила половинку вот этой части и здесь целую. Ну и с обратной стороны будет в зеркальном отражении. Вот оно в развернутом виде. Вот такой у меня будет декор. Вот я его распределила. Чтобы вот получилось это все в 3D формате, я должна вот сюда добавить объем, вставки вставить. И вот сюда повставлять эти вставочки. Вот я их нарисовала вот сюда и вот сюда. Каким образом? Здесь у меня должно уходить вот так вот, чтобы это все заканчивалось в этой плоскости, в которой рукав заканчивается, а здесь прямая. И здесь вот расширение, и здесь заканчивается вот так вот в той же точке, где рукав заканчивается. Вот такие вот вставочки я должна поделать. Вот они будут выглядеть так. Вот это будет покороче, вот таких две должно быть для одного рукава, две для другого рукава. Вот это подлиннее, вот. То же самое, две для одного рукава, а две для другого. Вот они будут выглядеть вот таким образом в пространстве. Вот таким образом. Я делаю припуск для того, чтобы я могла здесь пришить. Я пришиваю, вы можете приклеить скотчем или пришить, это как вам удобно. А вот здесь вот я закладываю столько, чтобы мой шаблон расширился настолько, насколько я хочу этого. Вот я сделала вот такие вот вставочки. И теперь я их сделаю все это на шаблоне. То есть сначала я вырезаю просто шаблон вот такой вот, который соответствует моему вот этому шаблону моей жилетки, который вы уже видели в моем видео по созданию шаблона для жилетки в 3D формате с грудью в 3D формате. Там вот он выглядит вот таким образом. Здесь у меня вот такие вот еще шаблончики для области груди. Вы можете найти это в моих предыдущих видео. Берете вот этот вот шаблон, если он вам нужен, и делаете на его основе вот этот вот рукав. А потом добавляете вот такие вот шаблончики. Вот и все, что я хотела вам рассказать про шаблон. Надеюсь, что все понятно. Если что-то непонятно, вы можете мне задать дополнительно еще вопросы, я обязательно вам отвечу. Я вас уверяю, рукав получается просто великолепный. Вот эти все вот объемы невозможно создать на вот таком вот обычном шаблоне, потому что ну, это получается несколько иное изделие. А при помощи вот таких вот шаблонов изделие получается с креативным, очень современным, модным рукавом, потому что сейчас очень модно делать рукава с какими-нибудь там объемами. Вот он получается такой. Немножечко сложновато работать с декором, с вот таким вот декором, потому что перекладывание постоянное вот этих вот шаблонов, блокираторов немножечко усложняет процесс. Но вы можете
создать этот, во-первых, вообще без декора, во-вторых, придумать такой декор, который вам не будет усложнять ситуацию. Ну, например, хотя бы не делать декор вот в этой, вот в этом месте, а сделать по бокам, например. Ну, я не хочу упрощать мою работу, я хочу украшать мою работу, поэтому я вот придумала такой декор. И потом хочу еще добавить уже, поскольку я вот здесь уже говорю о проекте, в моем проекте здесь еще, если вот смотреть в разрезе, а вот тут вот просто вот в этом вот получается пространстве, то у меня получаются вот такие вот еще штучки, вот такие вот петелечки. Вот такие петелечки. Для того, ну по три штучки с каждой стороны. Для того, чтобы у меня были застежки. Только эти петелечки, они тоже сделаны таким образом, чтобы вот это вот было пространство для помещения сюда пуговицы. Вот, а вот это петелечка. А вот с этой стороны, наоборот, вот здесь вот петелечка, а вот здесь пуговица. Вот получается вот так вот. Вот так вот. Здесь вот три петелечки и здесь три петелечки. Но они в шахматном порядке распределены, чтобы вот эта петелечка вот надевалась на вот эту пуговицу. А вот здесь вот пуговица будет вот, вот тут вот. И тогда вот эта петелечка будет надеваться на вот эту пуговицу. Ну, в общем, вот такой вот декор. Это вот если в таком пространстве, а здесь это выглядит вот таким образом. Вот таким образом это выглядит. Ну и если с той стороны выглядывают вот эти петелечки, то они между этими петелечками. А вот здесь вот будут пуговицы. Вот такой вот проект. То есть я почему сейчас об этом вам рассказала, потому что красиво будет смотреться, даже если вы не будете делать вот этот вот сложный декор, который усложнит вот тут вот, вот именно в этой зоне. Немножечко будет сложно работать, но тем интереснее будет результат. Ну, в общем, если вы уберете вот этот вот декор, вам будет проще, а вот этот декор вам все равно добавит такой вот красочности вашего рукава, и вы получите тоже красочное изделие. Вы можете украсить как-то по-другому, чтобы облегчить вашу работу. Вот что я хотела сказать. Ну, а в моем случае декор будет размещаться вот здесь вот, вот здесь вот, ну и с обратной стороны, в зеркальном отражении, как я уже сказала. Вот такой вот, на мой взгляд, очень креативный рукав, и я хочу его сделать. Приглашаю вас делать это вместе со мной.